Здравствуйте, сегодня мы будем проходить защитные действия на опережение плюс защитные действия с контратаками. Защита от рук и ног. Начнем с защитных действий. Защитные действия от прямых ударов руками. Со стойки оппонент атакует прямым ударом либо левой рукой, либо правой. Защищающийся отрабатывает уклон, убирает голову с линии атаки либо влево, либо вправо. Уклон, вкручивание корпуса либо в одну сторону, либо в другую. После каждого защитного действия возвращаемся в исходное положение. Руки на защите. Скручивание происходит на ноге и в корпусе. При этом стараемся при уклоне не терять соперника из вида. Уклон в одну сторону, уклон в другую сторону. Упражнение изначально можно выполнять с места, в дальнейшем с движением. В это же защитное действие мы добавим контратаку. Контратака может быть из одного, либо нескольких ударов. Сейчас мы будем использовать в контратаке боковой удар, либо правой, либо левой рукой. Уклон вправо, контратака правой сбоку. Уклон влево, контратака левой сбоку. В принципе, с уклоном мы можем нанести любой удар рукой. Уклон апперкот, уклон апперкот, уклон прямой удар, уклон прямой удар. Сделаем добавление. Будет у нас в контратаке два удара. Когда мы комбинируем атаку, необходимо комбинировать руки-ноги, руки-колени. Проще всего это сделать, нанося удар левой рукой правой ногой, либо правой рукой левой ногой. С уклоном мы наносим удар рукой, добавляем удар коленом. С уклона мы наносим удар рукой, добавляем удар ножкой. И постоянно миксуем. Уклон прямой, лоу-кик. Уклон апперкот, хай-кик. Продолжаем отрабатывать защитные действия на прямом ударе. Это будет действие на опережение, на движение вперед. Мы будем наносить встречный удар тып. Со стойки, когда оппонент атакует прямой удар рукой, мы выносим с движения прямой удар ногой в корпус. За счет длины ноги останавливаем оппонента на дистанции. Тып. Удар левый, тип, удар правый, тип, удар левый, тип, удар правый. Желательно наносить удары лево налево, право направо. Движение. Тип, удар левый, тип, удар правый. Продолжаем отрабатывать защитные действия от прямых ударов. Оппонент атакует прямые удары, мы, отклоняясь в сторону и отшагивая, наносим лево налево, право направо, лоу-кик. Со стойки движения, когда оппонент атакует правой рукой, мы делаем шаг влево с небольшим уклоном и наносим удар правый, лоу-кик, правый. Еще раз. То есть действие идет на опережение. Мы смещаемся, уходим с линии атаки и наносим лоу-кик правой ногой. Все то же самое мы делаем на удар передней рукой. Обратим внимание, когда мы работаем лево-налево лоу-кик, мы можем нанести удар по передней ноге и по задней.
движение. Продолжаем отрабатывать защитные действия на прямые удары. И у нас действие на опережение. Мы бьем опять же право направо, лево налево. Но уже работаем руками. Плюс добавлением рук, либо ног. Отрабатывая прямые удары лево налево, право направо, мы одновременно на атаку оппонента делаем шаг вперед и наносим удар либо в голову рукой, либо в корпус. Когда оппонент атакует левой ручкой джек, мы можем нанести удар в корпус небольшим уклоном, либо удар в голову. Обязательно необходимо чуть-чуть крутиться, чтобы убрать голову с линии атаки. Действие идет на опережение. Только рука стартует, мы наносим удар, уклоняемся, уходим с линии атаки. Сейчас сделаем то же самое. Единственное, добавим продолжение. Добавим удар рукой, либо удар ногой. Добавили боковой удар. Добавили его руки. Добавили удар в колено. Добавили удар хай-ки. Когда мы отрабатываем упражнение лево налево, право направо, либо в принципе любое защитное действие, оно может быть с контратакой в один, либо несколько ударов. При отработке защитных действий мы добавляем контратаку. Необходимо при обучении начинать с простого, добавлять один удар в контратаку. Постепенно, добавляя один, либо два удара, развивая контратаку, развивая защитное действие. Продолжаем отрабатывать защитные действия. Мы работаем на прямые удары. И следующая наша отработка – это лево-налево, право-направо, удар ногой, хай-кик в голову. То есть, когда оппонент атакует левой ногой, мы на опережение наносим удар левой хай-кик в голову. Когда оппонент наносит удар правой прямой, мы на опережение наносим удар правой ногой в голову, хай-кик. Начнем справа. Движение со стойки, когда оппонент наносит удар право прямую, мы делаем небольшой шаг в сторону после линии атаки, атакуем и выносим удар ногой хай-кик в голову. Еще раз. При этом, убирая голову с линии атаки, мы наносим удар подъем на опережение. То же самое делаем с другой ноги. В отработке этого защитного действия мы используем ошибки соперника. Очень часто бывает при нанесении ударов, одной рукой бьют, другую руку опускают. Мы пытаемся воспользоваться этой ошибкой и наносим удар там, где по теории рука должна быть опущена. Продолжаем отрабатывать защитные действия. Мы работаем по-прежнему на прямые удары и отрабатываем сброс. Сброс прямого удара с добавлением контратаки удара локтем. Плюс можно добавить туда же в отработку удар коленом. При отработке мы можем использовать для сброса и левую, и правую руку. Но желательно работать все-таки передней рукой, потому что передняя рука рабочая, и она немножко более подвижна. Сейчас в отработке мы работаем передний сброс на любой удар рукой, либо левой, либо правой. Короткое движение, накладка и контратака правым локтем. Повторим действие. Оппонент атакует левой прямой.
мы делаем сброс левой рукой и наносим удар правой, правым локтем, там, где защита отсутствует. Левая рука опустилась, и мы в левую сторону нанесли удар локтем. Продолжаем отрабатывать то же действие. Сброс, удар локтем. При сбросе необходимо сделать шаг вперед, маленький шаг на движение. Сброс и удар локтем. Еще. Сброс и удар локтем. Продолжаем отрабатываем действия на заднюю ручку, на правую прямой. Оппонент атакует, мы опять делаем накладочку левой. И одновременно шагом наносим удар левым локтем. После чего возвращаемся в стоечку, правая рука закрывает голову. Раз, это сброс. Два, это удар локтем. Еще раз. Сброс и удар локтем. Сброс и удар локтем. Продолжаем отрабатывать защитные действия. У нас действие на опережение. Мы наносим напрямую удары руками, удары ногами по корпусу middle kick. Со стойки движения, когда оппонент наносит прямой удар левой рукой, мы правой ножкой под руку наносим удар middle kick. При этом опять немножко смещаемся в сторону с линии атаки и наносим удар голенью по корпусу. То же самое мы работаем на переднюю ногу. Когда оппонент заряжает атакует правой прямой, мы левой ногой с перескока наносим удар. Перекрываясь руками. На опережение наносим удар ногой по корпусу. Следующее защитное действие, это когда оппонент атакует прямыми ударами ногами, бьет удар ногой в живот, тык, либо правой, либо левой ногой. Наша задача сделать сброс с небольшим отшагом назад и сделать контратаку в один, либо несколько ударов. Движение. Оппонент атакует. Если оппонент атакует левой ногой, то мы делаем сброс левой рукой, при этом делая небольшой шаг назад. Левой ногой. Шаг и сброс. Опускаем руку, сбрасываем ножку в сторону. Возвращаем руку на защиту. Еще раз. Делаем сброс. Делаем сброс. И добавляем контратаку. Делаем сброс и добавляем контратаку, либо лоу-кик, либо мидл. Либо кай-кик. Также можно использовать любую контратаку. Главная задача сделать четкий сброс и сохранить стойку. Потому что со стойки мы можем наносить любые удары руками, ногами, коленями. Еще раз. Еще раз. Если оппонент атакует правой ногой, мы сбрасываем правую ногу правой рукой. Получается крест-накрест работа. Делаем шаг назад. И делаем сброс. С чего добавляем контратаку. Вернемся в стойку. Еще раз. Делаем сброс и добавляем контратаку. Либо лоу-кик,
либо middle, либо high kick. Плюс любое количество ударов. Еще раз. Сброс. Контратак. Сброс. Контратак. Сброс. Контратак. Продолжаем защищаться от прямого удара ногой тип. У нас защитное действие, прихват, контратака и высекание под опорную ногу. Со стойки, когда оппонент атакует левой ногой тип, мы с небольшим отшагом назад делаем прихват ноги. Левая рука снизу, правая сверху. Прихват ноги. Ножку с небольшим шагом назад вытягиваем на себе. Рука сверху, правая уходит на оппонента, контролирует руки и соперника, чтобы он не сближался. И высекаем правой ногой под опорную. За счет чего вводим соперника на равновесие. Три. И высекание под опорную. Прихват ноги. Вытягиваем к себе и высекаем под опору. Еще раз. Прихват ноги. Вытягиваем к себе и высекаем под опору. То же самое отрабатываем защитные действия, когда оппонент наносит тип правой задней ногой. Мы уже прихватываем правую ручку снизу, левую сверху. Вытягиваем оппонента в сторону к себе. Левой рукой блокируем оппонента и высекаем под опорную. Прихват к себе и высекание под опорную. Прихват к себе. При высекании используйте руку как движение в сторону и высекание под опорную.